Саш, привет. Все, все, стоим, стоим, стоим. Ну уже. Это же место, не просто место развлечения, это же даже с определенным... Имеет место народной дипломатии, даже стало не такой. А будет там президент принят? Президент принят. Это самый главный вопрос, который стоит 20 июля, да. То если не получится, хотя бы здорово, конечно, хоть какой-то, что на это не надеемся, но было бы, с одной стороны, было бы здорово, если бы стало традицией, то мы могли бы приезжать бы к нам традиционно. И если не получится, хотя бы так какое-то видео поздравление бы захотел, ребята, ждут вас. Обязательно. А у вас программа была там? Да, мы посетим Севастополю. Я еще даже думал, знаете, сделать еще это, сделать ее, посетить бы еще ее, может быть, людям, которые погибли сейчас в Крымске, трагедии. У меня есть мысли такие, как это сделать. Ну, прежде всего, конечно, Севастополь. Севастополь ждет нас, нас очень любит, поэтому я очередной раз возвращаюсь сюда. Все говорят, если не будет большого у нас, это будет четвертое предательство Севастополя. Это вот так вот, так, значит, вот это, говорим, слова жителей. Не предавать. Вот, то есть поэтому это самое, мы, значит, опять вот это раз сделали, очень красиво, это место все больше и больше обрастает, становится красивым. Хорошо, конечно, мы там имели бы официальный какой-то статус, что это какое-то вот это было бы. Мы превратили бы его в номер один место, куда было привлекать не для туристов, и для россиян. Что я с Виктором Федоровичем разговаривал, с в прошлый раз еще. Он говорит, а что, я сам себе на мотоцикл не приеду. Он тоже любит. Ну так, тем более, тогда получается, вот может быть, эти шаги, которые еще, через такие шаги мы ближе, наконец-то, можем помочь вам реализовать то, что вы стали одной страной. Тогда было бы. Спасибо. А я знаю, что вы для детей проводите Новый год, это мероприятие в Москве. Да, детские елки. Вот этот детский Новый елки. Год был тоже очень таким содержательным. Да, он был, вот был. Действительно, получилось просто много-много идей какие-то, которые вот мы, то есть оно, с одной стороны, настолько интересно, как детям, а здесь совершенно другие, как это так и взрослым. А вот это вот то, что мы делаем. Поэтому там иногда получается так, что взрослых не вытолкаешь из мероприятия, да, все хотят посмотреть, потому что там так, ну, хотя дети сейчас совершенно другие. Сейчас ребенок в 3 года уже совершенно не тот, какие были мы, тогда, когда нам было 3 года. Себе такую елку видел, я бы, извините, штаны бы наложил, я себе такую елку видел, а этим нет. Этим только если они понимают, что с ними не шутят, вот тогда они только начинают этот самый... Тогда они верят. Верят. Новороссийский тоже не забывайте. Нет. Это мероприятие у нас было очень хорошо в Новороссийске. Да, я хочу будущий год, 70-летие Сталинградской битвы. То есть вот на будущий год, да, тут я хотел вам о планах сказать, что 70-летие Сталинградской битвы будет, мы, наверное, будущий год проведем в Волгограде. Все очень просят, и это самое, там я уже давно договорился, население там ждет. А 14-й год, столетие со дня начала Первой мировой Сербии. И мы бы хотели даже сделать этот проект совместно украинско-украинский проект, чтобы это было, чтобы провести в Сербии бэк-шоу. Чтобы это было вот такое, я был, встречался вот с Днепропетровске был, видел там, тоже ездил, ехал на мотоцикле с губернатором, сейчас он там, Саша, видит, и он, когда услышал про такое, говорит, можно, как мы тоже будем участвовать, когда услышал, что 14 год, мы там будем в Сербии, вот поэтому, ну вас ждем, вы сейчас просто понимаете. В этом году приехали? Ну вот в Новороссийске было 120 тысяч человек. Нет, здесь сколько у вас в этом году будет? Я думаю, что будет не меньше, чем прошлые годы, а будет даже больше. Например? Ну, 1080, думаю, так, 1080. Да. Будет. То есть это реально превращается уже место даже народной дипломатии. Это не просто даже вот это место даже как бы развлекаловка здесь. Это еще какой-то такой еще особый имеет эту энергетику. Я в прошлый раз, когда был, смотрю вас, здесь и девушки, если все есть, так было любопытно смотреть, как такие здоровые мужики с ними так нежно, бережно обращаются. Нет, серьезно, так очень приятно. Да, их сейчас среди них все больше есть на мотоциклах, покупаются мотоциклы уже. Уже там такие, причем личности можно видеть, кто, наверное, то есть даже не подумаешь, а вот шлем снимет, думаешь, елки-палки. И бережно, и с уважением, да. Так мне, честно говоря, было очень приятно. Вообще, на самом деле, очень место, вот байк-центр сам, где вы были, оно привлекательно для дам, чтобы вы понимали, женщина очень любит приезжать к нам в байк-центр. Там единственное место, тестостерон, да, запах его витает, потураса. Ну ладно, я поеду. Владимир Ильич, я хотел, чтобы вам было
тепло и, ну, и хорошо. Вот эта куртка в черный цвет идет. Спасибо большое. Вот. Еще это самое, ну как бы это, мы надеемся на то, что если еще нам заедете, лучше это не будет случайно. Вас там не терзают, потому что ничего не отбирают. Нет, Швондера вы прогнали, как Швондера прогнали, с того момента Швондер больше не приходит. Швондер перестал приходить. Надо фотографироваться на месте. Ну конечно. Мы там реализуем проект русского мотоцикла. Причем другой сможет сегодня. Удочку уберите. Здоровье и терпение. Для других целей.